Привет! Сегодня поговорим о странной французской букве с хвостиком. Le C cédille. Cédille ставится только под буквой C перед A, O, U, чтобы произносить К как С. А почему просто не писать С? Не знаю. Сейчас посмотрим два примера. Первый. Tu parles français? Hein? Tu parles français. Второй. Garçon. Vous avez oublié les glaçons. Garçon, vous avez oublié les glaçons. Теперь скажи, какие еще слова ты знаешь с хвостиком? Напиши в комментариях.